Давай еще, Серега. Захват, бросок. Боец в красном кимоно, прапорщик полиции Кунгуряк Юрий Трапезников. Блестящее владение техникой дзюдо принесло ему победу в этом бою. Это его напарник и друг Сергей Останин, старшина полиции. Сергей отчаянно бьется за победу, при этом неплохо боксируя. На традиционных соревнованиях по рукопашному бою среди сотрудников органов и подразделений внутренних дел Пермского края двое кунгурских бойцов показали высокий результат. Юрий стал абсолютным чемпионом, у Сергея бронза. В итоге второе общекомандное место и заветный кубок. Разумеется, такого результата не было, если бы не постоянные тренировки. Такого ты занимаемся вместе, стараемся где-то что-то как-то пересечь, на выходных позанимался. Заниматься приходится, не отходя от рабочего места, в стенах родной полиции, в оборудованном спортивном зале. Со спортом ребята дружат давно. Ну, спортом, ну, надо заниматься. Но тут помимо этого есть вот такие, скажем, соревнования проходят, на которых можно и себя показать, на людей посмотреть. Вот съездил, ну, когда-то там лет 5 назад, первый раз съездил, понравилось, и все, и затянул, и пошел на тренировку, стал ходить. В последние годы кунгурские полицейские бойцы серьезно заявили о себе на краевом уровне. Каждый год победы. Впереди новые соревнования и новые спортивные достижения. Уверены спортсмены в форме Юрий и Сергей. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».